Відчуваючи кволість заходу, Путін підвищує ставки. Причому бункерний почувається настільки безкарно, що навіть висуває ультиматуми НАТО та вимагає трофеїв. Росія робить все, аби спровокувати третю світову війну. В журналі «Воєнна мисль да така таке стаття, яка Uh, и в этом журнале, я скажу, печатаются многие статьи такие, ну, которые носят рекомендации. Которые сегодня всем стало плохо. Да, который... Называйте вещи своими именами. Рассказ да. о том, да. как НАТО на нас нападет а возможно, нас уничтожит. Да. Ничего Значит, страшного. Нет. Не волнуйтесь. объем. Все хорошо. Давайте так. Во-первых, это специализированное издание, где вот такого рода вопросы рассматриваются постоянно. Здесь в данном случае статья рассматривала вопрос о повышении боевой эффективности наших ВКС Мы не на 30% были это видеть, Нет, и нам бы жилось подождите. спокойнее. Оля, Оля, ну, Меньше давайте знаешь, по, я по, по порядку. Значит, для того, чтобы повысить на 30% боевую эффективность наших ВКС, нужно было рассмотреть. А их действия относительно какой-нибудь стратегической операции. В качестве такого примера было выбрано глобальный мгновенный удар. Я вам объясню, что это вот, он появился как концепция в 2002 году, а с 2010 года стал стратегией НАТО и действовал до тех пор, пока у России не появилось гиперзвуковое оружие. Главная задача этой концепции, этой стратегии, это лишение России, либо Китая, либо другой страны ядерного арсенала с помощью крылатых ракет. Но как Тільки ми сездалі такі гіперзвукові комплекси, як кінжал і їх на ворожині Церкон. У нас появилось така можливість та опасность як можна далі. Це все поки що політичні сигнали Заходу про готовність Росії, начебто, рішучі жорстко реагувати на чергові поставки зброї до України чи на навчання країн альянсу, так і сверблять руки випустити свої ракети не лише по Україні. От ми зараз обговорюємо... тему, да, слива э, в бундесфере этой информации. А я просто, ну, думаю, а кому вообще это нужно, то на самом деле? Вот у меня есть твердое убеждение, что эту информацию слили британцы или американцы, и слили по, по исходя из своих как бы интересов, да, ну, для того, чтобы еще дальше сделать Россию и Берлин, ну, Москву и Берлин. Мне кажется, это абсолютно очевидные вещи. Они работают в этом направлении и будут делать все, чтобы довести ситуацию до прямой конфронтации между Берлином и Россией. Ну... У меня еще более конспирологическая версия. Первое, что мне пришло в голову, нам подбросили это американцы. Причем речь действительно не о том, что это утка, это да. состояние. Это разговор не снимает Для того, чтобы мы психанули Конечно. и шарахнули там... Конечно. Даже называется городок. Конечно. Город Бюхель. Откуда идет координация работы немцев на Украине? То есть они это делают, об, исходя из своих интересов, абсолютно сознательно. Я даже, мне даже страшно представить, какое количество агентов влияния, не говоря уже о прямых агентах, которые вмонтированы в саму систему управления и принятия решений в Европе, находятся там со стороны американцев или британцев. Я даже, я даже не берусь это предположить. Но вообще-то это должно быть на самом деле... Ну, серьезным сигналом немецкому обществу прежде всего. А кто на самом деле решает вопрос войны и мира? Политическое руководство Германии? Или все-таки это решается где-то там, в стороне, за пределами Германии? А, ну, известно, кто завжди у всему винен? Британцы и американцы. Усі наведені меседжі випливають із відомого кремлівського наративу про те, що Україна, начебто, перебуває під зовнішнім управлінням, а тепер виявляється ще й Німеччина не самостійна. Я нагадаю, що раніше подібні вкиди про залежність України від Сполучених Штатів чи Британії мали легітимізувати право Росії захопити нашу державу. Тож Німеччині рекомендую задуматись. Вічто ста стої... за тими всім розговорами стаїть нічте больше, ніж просто угроза нам. Германия уже считает себя в силе угрожать, нанести удар по стране, которая является гарантом договора 2 плюс 4, которая является державой победительницей и которая приняла ее капитуляцию. Что это, как не подготовка к реваншу? То есть это создание очень серьезного задела для подготовки к реваншу. Уже, неважно, поставят, не поставят, они уже считают себя в силе это обсудить. Они считают, что уже можно обсудить и удар по державе победительницы. То есть это уже другой абсолютно в их понимании мир. Момент второй, что они, они опять-таки открывают для себя здесь очень большое окно возможностей. Дай право на создание, как они говорят, армии, как опоры НАТО постепенно. То есть это новая роль Германии. Тогда следующий, я думаю, крик будет простой. Надо убрать ограничения на развитие Бундесвера. Вот вчера был очень интересный комментарий МИДа ФРГ на заявление Марии Захаровой, что нас, мол, не запугать, мы принимаем к сведению, что Россия говорит, что денацификация Германии не завершена. Сейчас у них начнется крик обязательно. Россия нам угрожает некой денацификацией, дайте нам право иметь армию как опору восточного фланга НАТО. А параллельно восстанавливают свою сферу влияния. Вот сегодня под все эти крики уже начали патрулировать Прибалтику. Там ситуация еще более пикантная. Патрулированием Прибалтики занимается тот же командующий ВВС, ну то есть командующий Люфтваффе, который был участником слитого разговора. Один из тех, кто планировал удар по Крымскому то мосту. Перехоплені та опубліковані розмови німецьких офіцерів – взагалі топ тема російського зомбоящика. Не сподобалось їм те, що там йшлося про кримський міст. Офіцери, відомо, сказали, що Україна, все, зжигай мости з Кримом, Криму у тебе не буде, зжигай мости. Ось так можна було б ще охарактеризувати ці переговори. Там. Змінити пароль, я не знаю, там пароль 1, 2, 3, 4, наприклад, Шольц, ліверна колбаса, там, щоб було щось посекретніше. Слушайте, это, конечно, поразительные эти разговоры, но самое главное, мы что... Мы на эту тему шутим, чтобы бодриться, так-то они да, не, пытаются ну, нас уничтожить. Ну, так, они нас уже пытаются уничтожить несколько столетий, поэтому уже пугаться поздно. Но сегодня ночью Крымский мост был закрыт, да? Ну... Потому что его атаковали. Слушайте, это, это правда. Поэтому я про что и говорю, что если мы говорим о том, что... Там, от вони обсуждают удари по Російській Федерації, і це вообще их не смущает нисколько, их їх только одно. Як же ми так лоханулись, що це утекло? это, это головне. А то, що по Росії бить, ну так це нормально. Бить по Росії і правда нормально. Шкода, що нам не можна це робити з західним озброєнням. Хоча ми своїм непогано справляємось. А Крим це Україна. Тому не розумію вашої паніки.